Межнациональная дружба. В Ангарск прибыла делегация школьников из Японии. Мальчики и девочки от 13 до 18 лет прилетели из Камацу, города-побратима Ангарска. Это уже не первый визит жителей страны восходящего солнца на сибирскую землю. Гости будут проживать в ангарских семьях. Вчера делегатов принимали во Дворце ветеранов Победа, а сегодня состоялась почетная встреча в здании администрации округа, где гости поблагодарили за приглашение, а ангарчане выразили признательность за интерес к городу нефтехимиков. Дружеские связи – это прекрасная возможность убедиться в том, что у наших народов много общего, в том числе искреннее стремление узнавать друг о друге как можно больше, изучать, применять накопленный опыт во всех сферах сотрудничества. Благодаря таким визитам молодежь из наших городов изучает культуру и традиции страны-партнера. Такое общение принесет плодотворные результаты и благоприятно скажется на развитии наших отношений. В программе визита делегации посещение музеев, школ искусств, библиотек, дворца спорта «Ермак». Планируется поездка в Иркутск и на Байкал. Школьники из Камацу пробудут в Ангарске до 6 августа.